Песня называется «Обман». Я вам могу песню заказать? Одну. Это не ресторан. Нет, конечно, можете, конечно, можете. Мою любимую. Про да. Ну, в качестве исключения, да? Я правильно понял? Песня «Кони», да? Мам, это как сказать? Мы споем, конечно. Это просто не моя песня, это не мои слова. И я должен был это сказать. Слова знаешь. Мы слова сейчас, может быть, напутаем, но мы споем как-то. Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем, по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем, по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Жизнь и сказка, знаю,
все вы мне грешны, а кому какое дело до моей души? Мне вчера приснился сон белый, как туман. Это был не первый снег, это был обман. И не первый поцелуй, первая любовь. Я распятый, как Иисус, ноги руки в кровь. Даже шевельнуться нету сил во мне. Я и не на небе, и не на земле. Все в потоке льются, каждый сам себе. Никому нет дела, что я на кресте. Растворили небеса Божьи ворота, застелила пелена и ушла душа. Боль прошла в руках, ногах, значит мне пора. Мальчуган-бродяга, проводи меня. Это добрый малый под крестом сидел, и уже не мне, прохожим, эту песню пел. Что такое?